В отдельных частях Баку пешеходам станет еще более безопасно пересекать проезжую часть благодаря новому специальному освещению переходов, сообщает «Спутник Азербайджан» со ссылкой на Бакинское транспортное агентство в пятницу, 31 января. Для повышения безопасности граждан на пешеходных переходах впервые в Баку на улицах Узеирага Джибейли и Пушкина производится установка дополнительного освещения с использованием световых эффектов. Таким образом, в темное время суток и при ограниченной из-за погодных условий видимости пешеходные переходы будут более заметны. Применение новшества улучшит обеспечение более безопасного и непрерывного движения пешеходов, отмечает БТА. В дальнейшем дополнительное освещение со световыми эффектами планируется использовать на других дорогах и улицах, в том числе в окрестностях Баку.